Тем временем в Египте продолжают работать российские специалисты, отряды МЧС, исследователи. Первые задействованы в разборе обломков на месте трагедии, вторые совместно с египетскими дознавателями занимаются выяснением причин. Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, он тоже находится в Каире, определенную ясность может внести расшифровка черных ящиков. Сегодня продолжается работа группы российских специалистов. Эта работа осуществляется во взаимодействии с нашими египетскими коллегами. Сегодня удалось осмотреть бортовые самописцы, самописец параметров полета и речевой самописец. Внешнее состояние защитных кожухов этих самописцев удовлетворительное, что позволяет надеяться о том, что нам удастся расшифровать записи бортовых самописцев. Но расшифровка бортовых самописцев начнется только тогда, когда все участники расследования прибудут в Министерство гражданской авиации Египта.